Впервые в Заречном вкусные деликатесы с Дальнего Востока. В торговом центре «Дубрава» открылась ярмарка «Икра и рыба камчатская». Более 35 видов рыбы, выловленной в экологически чистых водах Берингова и Охотского морей. Благодаря особым природным условиям обитания, вся продукция обладает исключительным вкусом. Но не только за это ценят камчатские деликатесы. Белорыбица, кижуч, палтус, тунец, корюшка, омуль – в каждой рыбке кладезь витаминов, полезных жиров и аминокислот. Все очень аппетитное, такое красивое. Рыба – это полезный продукт. Сыну обязательно возьму, он у меня подросток. Необходимый набор витаминов – все здесь. Всего много, все очень хорошее. Спасибо, что приехали. Люблю все, всю рыбу я люблю. Я сама рыба, и поэтому все люблю. Царицу Камчатки Чавычу, самую крупную представительницу тихоокеанских лососей, привезли в Заречный холодного горячего копчения и слабосоленую. Чавыч купили. Да. Знакомы с ней уже с этой рыбой? Да, рыба хорошая. Нравится, мы едим ее, бутерброды делаем. У меня мама жила на Дальнем Востоке, она ее ела в восторге от этой рыбы, и поэтому она мечтала хоть кусочек еще попробовать. Чавыча. Я белорыбицу взяла. Продукция от компании «Икра и рыба камчатская» не подвергается глубокой заморозке. Ее коптят прямо на корабле с использованием натуральных опилок ольхи, вишни и яблони. Избегают добавления консервантов и при производстве камчатской икры только соль. Отсюда и непередаваемый особый вкус диких морепродуктов. И теперь, чтобы попробовать их, не обязательно ехать на Дальний Восток. Ярмарка «Икра и рыба камчатская» открылась в Заречном, в торговом центре «Дубрава» на первом этаже. И будет работать до 11 июня.